Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и перспективных ICO-проектах. Сегодня мы продолжим говорить, а точнее расширим тему проекта Blue Frontiers. Обратите внимание на этот ICO-проект. Перед нами разворачивается будущее. Эта децентрализация в данный момент является основной моделью управления. Избыточная централизация власти ведет к неэффективной бюрократии и отрыву ее от представителей от народа, которому они призваны служить. При условии наличия подходящего технологического решения правительство готово к децентрализации. Таким решением является систензинг. Проект, который разрабатывает концепцию плавучих островов-городов, автономных со своей уникальной формой управления. Это ведет к повышению уровня качества жизни, а также к решению проблемы перенаселения городов. Обратите внимание на этот потрясающий, очень красивый и интересный проект. Мы видим на рождение будущих новых городов. Систендинг вводит децентрализацию за рамки цифрового мира в мир реальный, предлагая модульные плавучие структуры, систеды, в рамках которых может начаться развитие новых обществ и форм управления. Возникающие успешные модели могут физически отделяться, создавая новые систеды с высоким уровнем вовлечения населения и повышенной скоростью адаптации. Подражая естественному отбору, закону природы, проверенному временем, процесс децентрализации власти через систендинг приведет к новым достижениям цивилизации. На мой взгляд, проект является перспективным с точки зрения долгосрочной перспективы. Безусловно, команда провела на данный момент огромную работу. Они готовят проект, этот уже 10 лет разрабатывают и подводят его под к решающей для старта черте. Систединг вводит децентрализацию за рамки цифрового мира в мир реальный, и это действительно так. Когда наши дома и предприятия могут свободно переплывать в места, которые мы выбираем сами, мы сможем относительно легко изменять структуру городов и менять место жительства. У правительств больше не будет монополии на пространство, где проживают граждане или ведут коммерческую деятельность предприятия. Вместо этого они будут действовать как поставщики услуг, конкурирующие между собой за привлечение граждан и предприятий. Вследствие этого у нас будет постоянно эволюционирующий рынок правительств в условиях децентрализованного мира. Пожалуйста, обратите внимание на проект Blue Frontiers и присоединяйтесь к нему. Более подробную информацию вы найдете в белой книге, а также вся информация предоставлена на сайте этого проекта, ссылки на которые вы найдете в описании к видео. На мой взгляд, проект является безусловно интересным с точки зрения инвестирования в него. Принять решение о этом предстоит именно вам после знакомства с проектом. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если вам понравилось и было полезным это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.